Вообще, в лучшем случае, я бы сначала подумать, как расплатиться. Я бы в ее случае подошла бы, если такая проблема у нее остро стоит, хотя бы пошла к нам на уступки, составила с нами соглашение, чтобы у нее пеня хотя бы прекратила капать. Угу. Я бы ей рекомендовала, если она заботится о том, чтобы уменьшить свой долг, ну и в конце концов рассчитаться с нами.